Hammaga salom. Bugun robot texnika kursida o'qiyotgan o'quvchilar bilan suhbat o'tkazamiz. Qani ketdik. Всем привет. Здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Лия Арсений. Лия Арсений. Хорошо, Арсений, а что ты строишь? Мы строим роботов. Роботы. Я так понимаю, это робот, да? Да, вот у нас. Вот этот. Хорошо. Арсений, столько времени ушло, чтобы построить этот робот? Где-то 1:30 или полчаса, может быть. Ага, где-то час. Хорошо. А что дальше делать? С кодом что-то делать надо? Где-то час нужен, чтобы его написать. Вот это хорошо. А какие сложности были? Сложности были с кодом. Там иногда робот едет, он сразу поворачивает. А иногда не едет вообще, да? Да, это шопа. Вообще-то учеба тебе здесь нравится? Мне тут нравится строить роботов. Я хочу в будущем стать программистом. Программистом? Спасибо, Арсений. Удачи тебе. Спасибо. Энди Больса, Маша Куштоук, я ткан окучилярный, а Тасаблян Созаткизам, Мархамат. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Кахраман. А ваш ребенок здесь? Учится здесь? Да, вот он. Это Бабажанов Мерджахан, вот тут ходит. Ага. А как ему нравится здесь? Ну, конечно, он с удовольствием сюда приезжает. Ага, какие даже изменения? В общеобразовательную школу ходить хочется, только ходит. Только хочет куда ходить. Ну что, он более собранный стал, активный, он сам был активный, а так сейчас он собранный, в развитии, видимо, у него улучшение. Я так понимаю, что проходить здесь, он учится хорошо, да? Да, 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 да. Это очень хорошо повлияло на него этот кружок. Мы очень довольны, что он здесь ходит. Рады за него. Недавно у него здесь вот соревнования были, он 3-е место занял. О, молодец. Да, диплом получил. Поэтому вот, за него рады. Все, родители довольны, мы тоже довольны. Спасибо. Спасибо.